Всем привет! С вами я, Алиса, с канала Беливикс. И сегодня очень-очень-очень долгожданное видео. Мы с вами будем определять победителя нашего пасхального конкурса. И напоминаю, что это 5-й конкурс на нашем канале. Итак, как вы видите, у меня сейчас на столе представлено целых 3 шоколадных яйца. Мы с вами откроем одно и посмотрим, что же внутри. А по ходу мы узнаем, кто победил. Поэтому поехали! Мы уже близки с вами. Мне самой просто интересно, что там, потому что я сама не знаю, мне очень интересно. Так, ладно, мы уже близки, ребята. Так. Это яйцо у нас расположено вот в таком вот стаканчике. Смотрится это весело. Так, аккуратно. Яйцо пустое. Но я вижу, что в этом стаканчике явно что-то есть. Интересно. Так, аккуратно высыпаю донышко. И... Что ж, в этом яйце явно есть вот такой вот стикер. Интересно. В общем, вот и весь секрет. Вам было и мне было нереально интересно, что же там. Оказывается, вот такой вот стикер с Лагуной, Клодин, Дракулаурой и Франкенштейн. Кстати, шоколад вкусный. Молочный. Вкусно. Что ж, а теперь самое интересное. Будем смотреть, кто у нас победил. Кто же правильно угадал, что находится в этом яйце. Именно вот этот стикер или наклейка. Вот. Сейчас посмотрим, сколько там было комментариев под этим видео. Так-с. Не вижу. А, 957. Ну, посмотрим. Я надеюсь, будут победители. Так что я ненадолго отлучаюсь к компьютеру. Что ж, спустя долгий-долгий час мы наконец-то нашли победителей. И первая угадавшая — это Женя с канала Евгения Котеночек. Поздравляю тебя! Стильная и классная бандана, а также закладка с моей росписью отправляется тебе. Ну а теперь настало время узнать, кто же последний угадал, что в яйце. Итак, победитель — это канал Мими Энджел. Поздравляю тебя! Уху! Yes, ура! И этот стильный чехол с Лагуной Блю в форме крутого носочка, а также закладка с моей росписью отправляются тебе. Кстати, от победителей мы ждем электронное послание на почту dolls@belivix.com с тем контрольным словом, которое вы указывали при регистрации на сайте. Так что дерзайте! Ну а теперь список людей, которые могли выиграть, но не выиграли. Ну а на этом нам с вами пора закругляться. Я надеюсь, вы не будете на меня злиться из-за того, что вы не выиграли. Это не последний конкурс на нашем канале, так что обязательно следите за новостями нашего канала и участвуйте в наших конкурсах. Будет разыгрываться много классных призов. Поэтому подписывайтесь на канал, смотрите наши видео, наши топы, наши конкурсы, наши обзоры. И be cool and crazy! Пока-пока!